Дорогая наша редакция, все же с вашего позволения я хочу обратиться к саратовцам с новогодним своим поздравлением. Впереди ждут серьезные цели. Пусть у каждого жителя города за Саратов, но в самом деле, будет больше для гордости повода, чтобы поздравить могли друг друга, без сарказма и без насмешек, самые лучшие во всей округе. Нет, не с новой дорогой пешей, а с достойной проезжей частью. Я уверена, 100%, что зависит же индекс счастья не от новых торговых центров, а от чувства, скорее, простора, защищенности и комфорта. Вот построишь же в городе скоро, нет, ну кроме аэропорта, новый мост и вокзал обновленный, чтоб любой турист иностранный не скрывал свой восторг восхищенный. Не от новых увы фонтанов, а от русской души широкой, от наивной такой веры в чудо. Знаете, жизнь бывает строгой, но не зря говорят, без добра нет худа. Всем коллегам, друзьям, знакомым пожелать от души мне хочется, пусть в году наступающем новом все мечты непременно исполнятся. В общем, всех вас и в целом город с новым счастьем и с Новым годом!